К слову, накануне о ходе выполнения мероприятий программы развития республики, где напрямую заложены поручения главы, перед премьер-министром отчитались руководитель агентства по спорту и министр культуры. Максим Васильев продолжит. Строительство социально значимых объектов для правительства региона сегодня задача стратегическая и приоритетная. Поэтому ни задержек, ни тем более срыва сроков здесь категорически быть не может. Владимир Токмаков ясно дал понять, цена ускорения ни много ни мало кресла министра. Именно поэтому теперь каждый представитель Кабмина будет следить за своими ведомственными стройками чуть ли не секундомером. А прибавлять есть куда. В Ухтинском районе, например, пока нет четкого понимания, будут ли завершены в срок спортплощадки в Яриге, Боровом, Водном, спорткомплексы «Нефтяник», «Шахтер». Под вопросом пока и спорткомплексы в Тимшире и Доне Усть-Колумского района. Возведение бассейна в Микуне Владимир Токмаков тоже взял, что называется, на карандаш, как и необходимость установки спортплощадки в закрывающемся в Аргутинском поселке Северное. Впрочем, более подробную информацию по всем объектам руководитель спортагентства Степан Чураков обещал предоставить до 1 июля. Такой же подробный отчет предстоит и министру культуры региона Анастасии Прокудиной. Она должна будет оценить перспективы строительства культурного центра в селе Усть-Лыжи Усинского района, обозначить точные сроки ремонта дома культуры железнодорожников в Печоре, реставрации школы в селе Гам Усть-Лымского района. И пусть пока что поводов волноваться за общий ход строительства, по мнению Владимира Токмакова, нет, каждый из министров должен будет к отчету прикрепить и фотодоказательства, на всякий случай.